говорил, что квадратион, давайте так, отображение альфа-ку, Паш, можете написать предыдущее? Или там, может быть, Саша, если, может быть, напомнит. Вот. Кажется, мы отображали, строили на произвольный вектор из R3. Мы умеем вращать при помощи квадратиона. Вот, и эта штука, это, конечно, что-то странное пишите. Что же он там такое пишет? Я не очень понимаю, что это значит. И можете какой-нибудь другой маркер взять, потому что этот маркер не дается никуда. Нет. А, давайте все. Понятно, что. Чего делать? Вот нужно сегодня максимально, Че, у нас нормального маркера нет, да? Да, вот. Да. А там все вот. Наверное, я сюда специально положил, чтобы маркер целостности. Так вот это и вот это должно быть. Погодите, не бросайте, вдруг кажется, что это. Нет, мы просто принесем. О-о-о! Да. А он не перманентный? Да. А плевать. Не-не-не, он не перманентный. Здесь перманентных нет. Я сотру. Значит, итак, на чем мы в прошлый раз остановились, чтобы, так сказать, было перед глазами? Мы в прошлый раз показали, что, ну, у нас есть квадратион, да? Значит, квадратион Q, который мы как-то записывали, альфа, давайте альфа с ноликом. А как мы, не помните, какие будут буквы использовать? Александр Ильич, а можно предложить, чтобы, например, на левой доске мы писали все такие выражения, которые будут использоваться? А, давайте. Да, как я в прошлый раз учил. Давайте, это было бы идеально. Так, ну здесь уже Паша я все сотрудничал, чтобы... Да, хорошо. Сказать консистентность. Да. И, значит, идея какая? Значит, во-первых, как мы, как у нас были координаты квадратиона? Q0 плюс Q1i плюс Q2g плюс Q3k. Q0 плюс Q1i плюс Q2g плюс Q3k. Ну или мы то же самое писали, что это Q0 плюс кустильды, где кустильды это как раз часть квадратиона, которая, ну, собственно, векторная часть квадратиона. Вот. Значит, ну там ряд свойств доказали, значит, что у нас с алгеброй квадратионов у нас есть алгебра, потому что у нас есть таблица, да, которая позволяет, это сейчас подвожу, потому что у нас будет ряд, да, там у нас есть таблица, где мы знаем 1 и ЖК, 1 и ЖК, сейчас короткую дам справку и дальше пойдем уже. Таблицу Кэлли пишите, понятно. Да, таблицу Кэлли. Вот, значит, что у нас тут? И на и минус единица, минус единица, минус единица. И есть еще и на же это к, здесь, по-моему, минус же тогда будет. Да. И на к минус же, она антисимметричная, поэтому... Вот здесь будет G, очевидно G, здесь минус K, вот здесь I, и здесь минус I. Вот а я появился, я ни разу так не выписывал. А я появился, я ни разу так не выписывал. Ну, просто пускай она будет перед глазами и все. Значит, понятно, что, значит, во-первых, множество квадратионов, ну, вот эта штука, она не просто. Нет, дело в другом. Линейное пространство образует? Разумеется. На каким поле? И комплексность, мы сейчас пока... Нет, мы сейчас все-таки смотрим вещественное поле. Да? Ну, вещественное. То есть мы говорим, что у нас поле К. Все, умер. Добит. Вот. Значит, у нас поле К представляет собой R. Просто вот хорошая штука. Вот. Ну и, собственно, теперь это линейное пространство. Это линейное пространство с произведением. Произведение подчиняется вот этой таблице мультипликативной. Ну, да, то есть алгебра операция. Получается алгебра. Алгебра получается, да. Значит, кроме этого, того, что было, есть еще один, вот, что можно, так сказать, сразу
чуть-чуть немножко запутать. Вот. На самом деле на квадранионах, если к ним относиться как... у нас скалярное произведение на квадранионах задано полностью на квадранионах, правильно ведь? Один на и у нас... У нас, по-моему, только векторная часть, да, квадраниона? Я пользовался только векторной. Векторной частью, да? То есть, если мы говорим, что... как у нас векторная часть квадранионов мы записываем? Стильдой. А? Стильдой. Нет, это имеется в виду пространство. То есть, у нас множество квадранионов, допустим, мы его куба за... К, да, обозначали, кажется? Значит, мы обозначали К, оно рассыпается в прямую сумму. Значит, R просто. И плюс, вот как мы вот этот кусок назовем? Чистый квадранион, я вот. Чистый квадранион, да, как мы вот... Давайте P назовем, чтобы его... Ну, давайте ПК. ПК. И никто не спутает с проективным пространством, ребята. Так проективное пространство это P красивое. Так, а у меня точно так пишется. Нет, P красивое. Ну, ладно. Вот, значит, и вот здесь можно завести скалярное произведение. И в этом скалярном произведении, да, здесь у меня просто, я вот его введу... Крестик нельзя, умножить нельзя. Ну, ладно. Точечку в кружочке. Точечку. А второе вот у нас, вот здесь вот важно, да, это скалярное произведение у нас. Вот. Значит, оно, мы считаем, что эти, собственно, базисные векторы этого пространства, ниже и как, они ортогональны. То есть мы вводим в это пространство скалярное произведение, делаем его евклидовым пространством, я, наверное, могу даже написать там ПЕ какой-нибудь, да, евклидовое пространство, и, соответственно, просто какой-то близко. Ребята, вот это вот важно, особенно те, кто как бы сегодня первый раз слушает, да, вот это произведение, ну вот такое, а вот это произведение, ну вот такое. Вот, просто чтобы не запутаться, да, у нас как бы два. Одно структурная часть, а другая, ну, как бы структурная часть геометрии, да, вот, да, скалярное произведение. Другая часть это от верстной структуры алгебраической, которая приходит. Давайте мы объясним, что это значит, что и ножи, например, ну, и ножи как потомленное произведение это К, и ножи скалярное это. Да, то есть, да, вот здесь хороший этот. Ну, потому что мы сейчас вот это словами проговорили. И ножи как кватернионы, это будет К. А и ножи как скалярное произведение, это будет 0. Или один. Вот. Почему один? Хорошо. Теперь следующее. Мы в прошлый раз точно так же посмотрели за следующим отображением. Значит, мы его назвали, значит, пусть у меня теперь некоторый кватернион Q. Кватернион Q принадлежит K. Да? K. И пусть у меня некоторый вектор V принадлежит. Саша, подправляйся, да, если что. Значит, принадлежит вот этому. Ну, вообще говоря, он принадлежит пространству изоморфному ПЕ, потому что пространство ПЕ. Да, у меня он принадлежал, значит, вот этому R3 просто, да. А потом вот я упадел карту. А потом мы прокидываем, да. Но я буду считать, что эти два пространства изоморфны, поэтому мы никогда не будем их различать. Нам Вот. Соответственно, если он принадлежит ПЕ, тогда можно рассмотреть вот такое отображение альфа Q от V, которое есть. Q минус 1 с какой стороны? Справа или слева становится? Q минус 1 справа. Q V Q минус 1. Q на V на Q минус 1, где Q является, где вот здесь стоит умножение. То есть везде, где будет скалярное произведение, будем ставить скобочки. Но вот. Вы не совсем формально правы умножать кутернион на элемент. Это тоже кутернион. ВПЕ это не кутернион. Нет, ПЕ это пространство кутернионов, которые сказали, что изоморфны, поэтому я их не буду отличать. Нет, в смысле, ПЕ это не кутернион. Нет, ПЕ это кутернионы, у которых нету. Нет, я понимаю, что вы хотите сказать, что В принадлежит ПЕ не значит, что В принадлежит К. Нет, ПЕ это подмножество просто. В принадлежит скорее 0 плюс ПЕ, вот наверное так. А, потому что мы ПЕ ввели. Мы выкатили как прямую сумму, да. Да. Вот и сот. В 0 плюс ПЕ. Хорошо, хорошо. Формисы. Пауза. Нет, все понятно. Да. Во. Суммироваться с коляром. Я люблю такое. ПЕ. Ну, можно R3. Вот.
Ну, да. А в сокомбинированных нету коммутативности по умножению? Нет. А в октавах нету ассоциативности? Да. Значит, и в прошлый раз мы, кажется, пришли к тому, что у нас вот это преобразование, оно совершает поворот, да? И в каком виде? Значит, я всегда могу здесь напоминайте мне. Значит, пускай у меня теперь Q. Норма, да? Q должна равняться единица. Либо норма, либо модуль. А, ну неважно, да, просто. Единицы, да. А, значит, что такое модуль квадерниона? Это корень из нормы. Корень из нормы, да. Корень из нормы квадерниона. А корень из нормы квадерниона дается мне произведение на Q на кус произведение на квадерниона искажённое. Q на кус спряжённое. Хорошо. Так, мы... Звёздочку. Окей. Вот. Кажется, это как раз штука коммутирует. Да, они коммутируют. Вот. Значит, на множестве квадернионов, таких что Q, то теперь Q, пусть мы теперь рассмотрим вот такой квадернион, да, то есть мы, пусть у нас теперь норма Q вот такая. Вот, соответственно, мы этот самый Q можем представить себе как в следующем виде. А? Так, здесь подскажите, пожалуйста, сходу не вспомню. Значит, у нас есть Q0 на косинус, да, кажется? Да, косинус. Тут надо говорить, что это, если это квадернион, единичный норм. Единичный норм. Позволь мне так представлять. Нет, не пусть, вот, да. Пусть норма Q равна единице, тогда любой квадернион может быть записан в виде Q равно Q с ноликом на косинус, да? Фи. Косинус фи пополам плюс... А, все, да. Q0 мы у нас уже отнормировались, да. Значит, косинус фи пополам плюс U с тильдой. U с тильдой. А почему Q с тильдой? Нет, U с тильдой. На синус фи пополам. Фи пополам, а U с тильдой это... U с тильдой это, значит, единичный... Нормы трехмерный вектор. А, то есть Q вот это, да? То есть это норма, когда у вас квадернион равен сумме числа и единичного вектора. Вы опять лжете. Мы сейчас смотрим, как раз почему нет. Я умею складывать числа и вектора. Вот. Почему? У стильды это квадернион, который квадернион с нулевой вещественной частью. А, это квадернион. Да. Здесь, это, вот мы договорились, что кустильда это у нас квадернион. Действие вот этого квадерниона, но... У нас умножение это какое? Здесь умножение на число. Выше. Здесь умножение квадернионное. То есть, любое скалярное умножение будем. Так, на кустильда кажется, что это просто нужно по отнормироваться по его длине. Правильно? Да. То есть это будет просто Q с тильдой на модуль Q. Вот. Соответственно, вот такая штука. Модуль Q с тильдой на модуль Q. Q с тильдой на модуль Q с тильдой. Да, конечно. Вот. Значит, Q с тильдой это векторная часть по термину. Ну вон, первая строка. Вот. Значит, соответственно, чтобы получить... Глупый вопрос. Да. Модуль квадернионный — это просто сумма координат в квадрате всех. Так? Модуль квадрата в квадрате плюс Q1 в квадрате плюс Q2 в квадрате. Да, норма квадернион — это сумма квадратов по координат, модуль — это корень из норма. Ну да, все так. Так, и что нам остается? Нам остается показать, что вот в случае вот таком преобразование вектора на V дает просто вращение на угол вращение этого вектора, то есть в этом случае, да, я так и напишу, в этом случае, значит, вот это самое Q на V на Q в минус 1 есть не что иное, как просто R, маленькая R, это rotation, да, но был фи, но это у нас больше. Ну, был фи. Чего? У вас большая вектор. Это как третья половина студентов. Давай. Вот это мы в прошлый раз получили. Саша доказал, что это вот это Q на Q минус 1 это то, что мы называем действием на некоторой группе. Вот, и это самое действие приводит к повороту. Можно еще на всякий случай, пока мы эту доску... Написать здесь, чему равен обратный квадернион.
Q-1 — это сопряжённое. Если мы знаем, что Q-1 есть просто Q делить на Q сопряжённое. Нет. Q сопряжённое — это зависит на норму Q. На норму Q, всё, да. Ну, а я просто... На норму или на модуль? На норму, конечно. Ну, здесь та же самая логика срабатывает, как и с комплексными числами. Там ровно то же самое. Да, то есть z минус 1 — это как раз z сопряженное на модуль z. Здесь то же самое не нужно. Так, ну вроде как все. Значит, вот эта вот сводка, которая у нас в прошлый раз с вами была, сегодня что бы хотелось бы анонсировать? А сегодня хотелось бы анонсировать пример, значит, отображение, ну вот как бы развить эту идею q на v на q минус 1 в некоторые операторы, в некоторые алгебры операторов. Вот, которую, значит, построить изоморфизм множества квотернионов, да, на... Андреевич, подсказывай. На СУ-2. На СУ-2, да, то есть мы говорим, что... Да. Пункт, значит, да. Поэтому первая наша задача это просто посмотреть за, значит, К. Множество квотернионов и вот СН2. И СН2. Ну, соответственно, тут... вторая часть, наверное, будет, наверное, со мной пообсуждаем. Я бы хотел связку дать... Ну, то есть, на самом деле, здесь стоит вот за этим отображением. Здесь спрятана некоторая интересная штука. Я бы хотел, чтобы эту конструкцию немножко рассмотреть. Эту конструкцию, чтобы она достаточно стандартная, и там, в теории представлений, там, группы и так далее, она... Сейчас, про какую конструкцию это было? Смотрите, у нас есть квотернионы, и квотернионы мы связали, ну, сейчас условно, да, вот здесь это поможет. Я просто Игнату Носкову показывал на правилу, но про какую конструкцию говорили, что ее рассматривали? Вот эту конструкцию. Ага, то есть у нас есть квотернион, и мы из него получили некое вращение, да? То есть элемент пространства SO3. Группа вращений трехмерного пространства. Спрашивал, отпомнил. Да. Но тем не менее, у нас не есть каждый, еще... Не каждый квотернион, мы умеем вращение превращать. Ну, понятно. Я сейчас... Формально только некоторое ограниченное подмножество. Ну, давайте так. Да. Ну, то есть у нас есть здесь некоторые... Ну, вот это вот хорошо бы, да, это тоже обсудить, мне бы это хотелось. То есть это некая такая проективизация, да, происходит? Да. То есть вот нужно взять... Чтобы получить токаром, нужно квотернион сжимать, да? Ну, сжимать в смысле просто переходить на лучи, да? То есть у нас с каждым квотернионом будет соответствовать ему... То есть, грубо говоря, если квотернион представить себе вектором в четырехмерном пространстве, то любой луч это будет все тот же самый квотернион. Ну, мы берем четырехмерный с первой. И, соответственно, вот этот фактор. Ага. Но это не очень фактор. Беда в том, что вот это представление о поворотах с квотернионами, оно кажется, что если мы возьмем квотернион не единичной нормы, то просто еще и масштабирование добавим, но на самом деле это не так. Поэтому, если у квотернионов нормы не единичная поворот, то там, ну, понятно, как получилось. Да. А что произойдет с целями, когда надо, не очень понятно. Ну, то есть, если взять квотернион, у которого модуль равен 2, это не значит, что это будет поворот на тот же угол и растяжение в два раза. Нет, конечно. Не, в смысле, мы нажимаем. Идея в следующем. Мы просто, ну, знаете, как проективное пространство строится? Нет. Вы берете линейное пространство, все, и говорите, что у вас эквивалентное. И отношение эквивалентности берете у вас все векторы, все коллинеарные векторы. Все коллинеарные векторы у вас, это один и тот же вектор, то есть эквивалентные. Соответственно, у вас остаются классы, которые будут являться вот этими элементами вашего проективного пространства. Если в нашем случае, я так понимаю, что мы как раз эту проективизацию проводим по K, то есть мы возьмем K, введем отношение эквивалентности и класса уже на факторе, это соответствующий у нас получится, да? Вот эти вот, положим это все на сферу, да?
Нет, не сфера там будет. Ну, трехмерная сфера. Да, сфера. Вот, на трехмерную сферу. И эта трехмерная сфера как раз и будет то, что остается после проективизации. То есть, на самом деле, каждому, в этом пространстве уже каждому классу будет соответствовать некое вращение сутри. Вот. И каждому, наоборот, каждому вращению будет соответствовать. Это отвечает с однородными координатами не связано? Да, связано. Ровно в том же мире, в которой проективное пространство имеет однородные координаты. Я хотел, забегая вперед, но не в прошлый раз рассказать, но у нас на первое время оно заканчивалось. Во-вторых, мне показалось, что это отдельно. Области, хорошо, что ты убьешь. Я могу про проективное рассказать пространство, но мы тогда сильно с числовых полей уйдем. Числовых тел. Вот. Но если интересно, я могу сказать. Ну, может, не прямо сейчас я говорю, но что. Вот. Соответственно, отсюда есть вот такой хитрый гомоморфизм SU2. SU2. И на самом деле он интересен тем, что он как бы 1 в 2. То есть одному вращению вот здесь соответствует 2 вращения вот здесь. Ну, именно из-за того, что у нас углы половинчатые. Вам для того, чтобы повернуться на угол, как у нас получается. Ну, сейчас Павел Андреевич больше расскажет. Ну, то есть сюда, вот этот гомоморфизм объясняет, почему мы в патрионах пополам. Да. То есть, чтобы сюда, чтобы здесь сделать круг, нам нужно пи пополам, 2 пи пройти, а здесь нужно пройти 4 пи. Вот. Ну и, соответственно, вот здесь есть конструктор. Из-за того, что у нас вот эти вот вещи, они, опять же... Образуются категорию. В некотором смысле это изоморфные структуры, да, то всего этого у нас конструкция вот этого отображения, вот этого морфизма. Но вы сейчас расскажете, что там происходит. Вот. Да. Просто там тогда получается достаточно интересно. Нет, то есть, если мы говорим про К конкретно, про множество всех патронионов, да? Если я уже спроектирую. Не, я из SU2, у меня в К. Так что SU2 вкладывается в К. Окей. Ну, сейчас посмотрим. Да. Вот. Значит, SU2 в К, да? То есть вы вот такую штуку можете сделать. Угу. Вот. Вот за этим треугольничком все и посмотрим. Вот. Ну, а дальше, если у нас останется... То есть сейчас мы будем рассматривать вот эту часть. Вот. И если у нас останется время, силы, желания и прочее, я бы рассмотрел еще вот эту часть. Но это, на самом деле, довольно простой кусок, потому что он связан с... Это, что это такое? Это просто как она? Сфера Риммана. Ну, то есть я когда возьму и каждому элементу вращений, группу вращений сопоставлю некоторый элемент плоскости, комплексной плоскости. Ну, а дальше? Что, Павел Андреевич, теперь вы? Александр Ильич, конечно, погорячился, да, что я объясню вам геометрию. Геометрических выкладки закончились. Да, я сейчас пойду. Концепция. Рассмотрим следующую группу матриц по умножению. Такие матрицы А, лежащие, ну, например, в С2. Такие штуки. Там каждая чиселка, она комплексная. Их 4. Вот. Причем такие матрички. Ну и соответствующие им отображение из оператора. Из С2 в С2. Что? А на А. Сопряженное это будет единичное отображение. Вот, как некоторые из вас, возможно, слышали, то под сопряжением для матричек мы обычно имеем в виду эрмитово сопряжение. То есть это транспонированная матричка, в которой что происходит сейчас? Мы каждому
Мы транспонируем матричку, каждый элемент сопрягаем. Так, а первая цепочка, это матрица 2 на 2 с комплексными коэффициентами. Что там дальше за стрелочка? Это вложение? Это просто стрелочка нарисована. Окей. Ну, мы находим, у нас есть соответствие между матрицами и линейным оператором. А, окей, вот что. Ну и, собственно, идея простая. Вот у нас да, есть... Пока тебе сказали известную вещь, да? Да-да, я медленно подхожу. Я буду относительно конструктивно вводить унитарные матрицы. Ну, мы же не знаем, что это такое, правильно? Александр Ильич. Что? Мы же не знаем, что унитарные матрицы выглядят вот так. Это же не общеизвестная информация. Ну, это надо у аудитории спросить. Ну, скорее всего, нет. Или все понятно? Я не знаю, что давайте все-таки лучше. Нет, мы проходили их, я прям помню с вами. Не-не, что такое унитарная матрица, это одно. А вот что она выглядит... По-моему, не обязательно. Любое правое нижнее, по-моему, чтобы унитарность была. И пополам это все. Что-то слишком. Нет? Без этого? По-моему, у тебя только вот 1-2 и 2-1, они сопряженные, и все, остальные ты можешь любое. Но... Я не знаю. Не, нет, там у меня будет z квадрат минус омега квадрат плюс. О, ладно. Разберемся. У нас, так сказать, способ конструктивного позволяет жить без знаний. У нас есть только вот этот вариант. Мы из него хотим что-то получить. Как некоторые из вас слышали, существует такая антисимметричная полилинейная форма определителя. Он обладает крутыми свойствами. Детерминант от композиции матриц есть детерминант А на детерминант Б. Вот, соответственно, делаем выводы. Детерминант А равен 1 делить на детерминант А со звездочкой. С другой стороны, мы знаем, как строить А со звездочкой. А со звездочкой. Александр Юрьевич, мне нужна ваша помощь. Да. Как доказать, что в комплексном поле детерминант А со звездочкой будет таким же? Мы только смотрим. А потому что у вас произведение. Сопряжение произведений Линейное сопряжение, это понятно. Так, все, а ну, любой определитель это полином от своих. А, все. Все. Нет. А потом мы будем ограничиваться до единички. Все, отлично. Да. Мы получили такое утверждение. Следующее утверждение. Детерминант АЦ равен детерминант А. Вот. Это общее, достаточно общеизвестное должно быть утверждение. Сейчас будет не совсем общеизвестное. Но детерминант – это некоторая сумма произведений. А как мы знаем, произведение вот А со звездочкой, оно что? Оно произведение А со звездочкой в рамках коммутативных полей. То есть будет так. Вот. И еще другое утверждение. Вы согласны? Ну, это да. Да. А что это терминал? Терминал – это сумма по некоторому индексу G, собственно, перестановки. Произведений по некоторому индексу π и элементы перестановки А и Т. Где А и Т – это элементы матрички, самопронумерованные. Вот. Ну, вот там. Можно А и Ж и Т. Так вот, это что? Это у нас все то же самое. А и Ж и Т. И это... Очень много пишу, да? Но суть, наверное, можно ловить, даже мелкая. А получаем, у нас детерминант сопряженного равен сопряжению детерминанта.
ДА со звездочкой равен ДА. Но из вот это еще как мы использовали. Вот. А, соответственно, мы что мы знаем? Мы знаем, что ДА с одной будет тогда равен, используя это равенство. Он будет равен 1 делить на ДА со звездочкой. А, что еще? Что еще? А, ну и получаем. Получаем, что получили ДА умножить на ДА со звездочкой равно 1. Ну, когда такое бывает? Такое бывает, когда у вас есть некоторое комплексное число, имеющее модуль равный 1. Ну, у нас, мы в этом поле комплексных чисел, у нас же предмет комплексного числа. Ну, и элемент комплексный. Соответственно, вывод, что модуль ДА равен 1. Таким образом, мы получили унитарную группу. Вообще, ну, не вообще, не унитарную группу в рамках C2 в C2. Я могу что-то стереть? Я съесть еще пятеро. Это можно сказать. Да, тут сказать указание. Вот. Ну, хорошо. Сейчас сделаем страшную вещь. Зафиксируем, что нас интересует не произвольный детерминант, а детерминант равный единице. Я, честно, не умею обосновывать, почему он нужен. Именно равный единице. То есть я умею обосновывать в рамках применимости унитарной группы, но применимость это не интересно. Задекларируем, что SU2 это такая штука, у которой А на А со звездочкой равно Е, и ДА сам по себе равен единице. Хорошо. Теперь, собственно, возникает вопрос, а как же выглядит произвольная матрица SU2? Ну, пусть она выглядит альфа, бета, гамма, дельта. Я думаю, это такой простой способ. Что мы про нее знаем? Ну, мы знаем, что альфа, дельта, минус, бета, гамма равно 1. Потому что детерминант равен 1, это детерминант. А еще мы знаем вот это свойство. Это у нас было А. А со звездочкой, соответственно, будет выглядеть альфа, бета, нет, гамма, бета, дельта. Но попытаемся решить эту систему уравнений, перемножим, посмотрим. Но я помнится, когда изучал умножение матриц, уже ли строк наслаблялся. Возможно, ничего не поменялось. Да. Получаем, что Е1,1, матрица Е, вдруг кто не помнит, вот такая вот штука. Тогда Е1,1 это первая строка на первый столбец, или альфа-альфа плюс бета-бета. Е1,2 это первая строка второго столбец. Альфа-гамма плюс альфа-дельта. Нет, бета-дельта. Это равно 1, это равно 0. Строка. Гамма-альфа. Плюс бета-дельта тоже равно 0. Вот, если мои математические способности еще не совсем отказывают, то вроде вот так. Ну, собственно, вопрос простой. А что еще можем сказать про эти элементы? Ну, то есть, заметим, что альфа-бета – это комплексные числа. Для комплексных чисел есть очень крутая штука, что альфа на альфа с волной, если альфа комплексный, то это что? Это модуль альфы в квадрате. Ну, соответственно, что мы можем предположить? Мы можем предположить, что
наши альфы, это, ну, модули наши альфы связаны с соответствующим, ну, альфа и бета, и гамма и дельта, вот таким соотношением. Это наш ордер, я не знаю. Эти модели, что мы их можем представить через шины с коэффициентами особо квадратов, родная единица? Нет, просто через синусы и косинусы. Да. Нет. Смотри, сейчас я подскажу. У нас проблема простая. Я легко представляю себе синус от угла, да? Проблема синус от угла лежит в множестве пр. Наша альфа, она лежит в множестве ц. Да, да, почему? А? Почему она должна лежать в множестве ц? Потому что мы живем над полем. А почему синус угла лежит в множестве r? Если, да, тебя... если синус, аргумент синуса вещественный. Да. А, это ты предлагаешь брать не вещественный угол. Почему не да? Хорошо. Хорошо. У меня есть синус комплексного числа. Ну да, наверное. Хорошо. А, заметим некоторое отсутствие противоречия. E1,2, E2,1 связано с таким соотношением. Если мы сопряжем E2,1, получаем E1,2. Вот. А теперь, прежде чем продолжить, я сделаю страшную вещь другую. Да. Я возьму две произвольные унитарные матрицы. А у меня есть? Возьму B. Альфа, бета, гамма, дельта. Си. Зета. Омега. Это тета. Хи. Это тета. Нет. Вот. И я беру их и произвожу. Сначала строка на столбец. Получаю. А, получаю некоторую матрицу. Я ужасно извиняюсь за такую нотацию. Так, а что это значит? А B равно такой штуке, я умножаю на матрицу А. Ага. Мне нужно было наверное присвоить и умножить. Ну, можно было бы и с минимум написать. Можно. На экономлю место. Ты где в киоле? Ладно. Да. Альфа. Не все. Си. Плюс бета. Омега. Нет, у меня не получилось. Тебе сначала нужно вывести общий вид, а потом уже умножать. Нет. Там как раз таки будет... Это плохая практика, да. Нет, но я хочу получить утверждение, что E1,2 связано с отношением число и его сопряженное. Так это очевидно, просто сопряжение накинь и все. В общем виде, для произвольных двух матриц она была. Ну смотрите, Паш, мне как бы я дальше пришел. Да. E1,1 это альфа квадрат по модулю плюс бета квадрат по модулю, одно единица. Да. Оно параметризуется сходу и сразу каким-то углом, типа косинуса. Ну да. Комплексным углом. Ну да, но оно же для комплексного тоже работает. Вот. Нет, в смысле, я не хочу, я хочу А параметризовать в итоге некомплексными числами. В смысле, у меня альфа и бета уже комплексные. Я не хочу комплексные параметры менять на комплексные. Сейчас, а как по-другому? Ты хочешь, ну, по-другому дать? Как? Нет? Ты хочешь, типа, действительный параметр? Я хочу страшные вещи. Не, просто тут, как минимум, мы избавляемся от одного этого, как там, комплексного числа. Вы какой вид хотите получить? Z. Омега. Омега. Z. Ну, так, так кажется, что E1,2, E2,1 просто сразу отсюда следует. Что? Нет, что из этого следует? Что... Так. Так, спасибо.
Ну, то есть, я 1-2, если я сопрягу, я 2-1. Нет, я понимаю, что 0 равно 0, мы не противоречивы. Если я беру произвольные две матрицы, я этого не получу при переложении. Извините, я сейчас не очень понимаю. Если беру матрицу А и матрицу Б. У нас сейчас вот просто по факту у вас получилось, что Е1-2 равно Е2-1 сопряжённое. Вот просто. Да. В любом, всегда. Нет. Да. Ну, в смысле... Я задеклариваю... А, ну да, в смысле, тут может быть любая матрица. Да. Да, да. Но только недавний... Нет, если это для любых А и А сопряжённых, правда, что вот эти элементы, они равны между собой с точностью сопряжения. Для А и А сопряжённых, да. А, ну да. Смотри, нет. Нет. А да. Для других нет. А это не важно, потому что мы рассмотрим А на А сопряжённое, а не просто саму матрицу А. Ну, да. Вот, сама матрица А, я не, это не очевидно. У меня действительно есть, что модуль альфа квадрат плюс модуль бета квадрат равен одному, модуль гамма квадрат плюс модуль дельта квадрат равен одному. Сейчас. А откуда... ну что, произведение А на А сверху, вот уже... Вы хотите получить единицу, правильно? Да. Единичную матрицу. Так, значит, теперь у нас Е1-1, у нас вот на него такое условие, Е1-2, Е2-1, у нас минус сопряжение, да? То есть у меня есть из интересных условий, что альфа-гамма равна минус бета-дельте. Так а почему бы все-таки не прийти и не сделать следующее? Вы берете альфу и говорите, что альфа с бета у вас параметризуется некоторыми углами. Всегда, в любом варианте. Комплексными. Комплексными углами. Не-не-не-не, не так. Смотрите. Я не умею проанализировать комплексные числа вещественным углом. Можно? Да, пожалуйста. Значит, отсюда что следует? Да? Отсюда будет следовать, что... Чекзоксинус. Квадрат плюс... Не-не-не, надо, это все проще. Смотрите. Значит, плюс бета-квадрат равно единице. Правильно? Отсюда я его параметризую легко. Следующим образом. Значит, альфа, я напишу, что это е в степени и фи на косинус это. Это общий вид комплекса. Да. Тут все. Вот. Бета, я говорю, что это е. Давайте фи 1 и пси 1, да? Да. А е в степени и фи 2 на синус. Один. Ну, синус тета, да, здесь... Нет, я буду потом еще гамму дельту проанализовывать. Вот. Все. Теперь смотрите, значит, это то же самое происходит, ну там... Там параметр другой. Параметр сейчас. Здесь так... Формально он другой. Нет, у нас альфа... гамма и дельта, да, там формально другие параметры. А потом мы начинаем шивать. А потом мы используем, чтобы определить себя равен единице, наверное. Да, скорее всего, да. Значит, сейчас, почему у меня здесь, да, они формально могут быть, конечно, разные. Нет, ну они фактически разные. Да, ну тогда, значит, я что могу 1, сказать? 1-1. Опять вот 1 где-то, пожалуйста. Здесь 1? Нет, я просто другие углы возьму. Вообще. Другую букву. Туда-туда. Значит, из того, что у меня гамма квадрат плюс дельта квадрат Ну, это формально не важно. Значит, мы получаем, что гамма есть е в степени и пси 1 на косинус. Давайте 1. Так, вот здесь будет. Косинус чего? Косинус хи. Хи. Омега. Хи. И дельта это е в степени и пси 2 на синус хи. Да. Теперь, наверное, надо рассмотреть условия е1. Теперь, то есть, вот эти условия мы рассмотрели. Теперь нам нужно рассмотреть одно из этих двух, причем его хватит. Оно сопряженное, значит, не зависит. Альфа на гамма. Это что такое? Гамма сопряженная. Альфа на гамма сопряженная. Это е в степени и. Е в степени и фи 1 на косинус тета. Умножить на е в степени минус и пси 1 на косинус хи. Так. Плюс. Плюс. Е в степени и фи 2. Е в степени и фи 2 с минусом. Минус и фи 2 на... А, и плюс.
Так, мы на сейчас косинус, бета смотрим, да? На синус. На синус тета. На синус тета. И если минус и фи 1. И пси 2. Минус и пси 2. Пси 2 дельта. 2 на синус. На синус хи. На синус хи. Вот. На синус хи. Вот. Чудненько. Это равно одному. Ну это значит, что длина, ну, типа косинус тета, косинус хи равен. А, значит. Почему? Почему? Косинус тета, косинус хи равен. Ну, плюс. А нет. Ничего. О, гадость. Да. А час. У нас фаза уничтожается. Сейчас. Хорошо. А, значит. Ну, можно превратить это в e степени и фи 1 плюс пси, минус пси 1? Да, давайте мы чуть-чуть налево перенесем, потому что это все равно нулю. Вот, и потом, соответственно, мы же можем поделить одно на другое. Вы хотите тангенсы? Я бы в одно число превратил этот комплекс. На самом деле, не совсем там тангенсы. Не можем сейчас разобрать теперь. Да. Суммы раз все фи минус пси. Ну вот, я и говорю, да, что да, давайте это все равно число запихаем. Да. Ну, вот это число запишем как одно комплексное, это число тоже как одно комплексное. Да. Это будет e в степени и фи пси. Значит, e в степени и фи 1 минус пси 1 на косинус тета, косинус хи. Я здесь пока ничего не делаю, да. Косинус тета, косинус хи. Плюс, да? E в степени и. А фи 2, 2 минус пси 2. На синус тета, синус хи. На синус тета, синус хи. И это равно нулю. Это равно нулю. Так. Теперь нам надо что сделать? Теперь нам. А если мы это сопряжем, нам что-нибудь. А, если мы это сопряжем, нам это много чего даст, да? Если мы сопряжем, мы получим второе, Е2, 1. Да. Вопрос в том, что если мы потом их сложим. А вот там вычтем. Да, а потом вычтем. Да. И получим одно и то же. Значит, e в степени и минус. Ну, я просто сопрягаю. Ну, короче, здесь получится то же самое, только здесь со знаками минус. Да. Угу. Теперь раскрываем. А, надо раскрывать, да? Ну, чтобы сложить. А зачем мы это все делаем? А, ну, можно... Можешь просто превратить вот там, ну, как сказать... Так, нет, я теперь это сложу. Давайте пока это сделаем, да. Я теперь это сложу и поделить пополам, чтобы получить косинус. Да. Комплексного. Нет, у меня уже вещественный косинус будет. Если я здесь сложу, то у меня вещественный косинус. А, да. Да, потом просто поделить на 2 и... Да. Значит, у меня будет косинус... Косинус... Два косинус. Да. Два косинус фи 1 минус фи 1 на косинус тета. Косинус тета. Косинус хи. Косинус хи. Плюс. Плюс. И два синус. Или два и синус. Два и синус. Два и. А, вещественная часть и гибная часть. Да. И они обнулятся в каждой независимо. Да, вот поэтому у нас все 2 и синус пси 2 минус фи 2 минус пси 2. Не важно. Синус тета, синус хи. Равно нулю. Вот. У нас как вещественная комплексная вот часть равно нулю. Да. Значит, отсюда мы видим. Значит, у нас вот эта штука должна равняться нулю. Независимо, и вот эта штука должна равняться. А такое очевидно возможно когда? Значит, когда такое очевидно, когда такое... Где можно писать дальше? Давайте слева начнем. Теперь. Вот здесь. Да. Ну, центральный. Ну да. Я тут сотрудник. Соответственно, у нас должны быть любые t, t и h, да? Да. Вот, то есть мы должны ставить условия на phi1, psi1 и phi2, psi2. Да. Так, значит, когда я пишу, что у нас косинус фи 1 минус пси 1 косинус тета косинус хи равно нулю, или синус фи 2 минус пси 2, да? Синус фи, синус тета, синус хи. Синус тета, синус хи должно быть равно нулю.
Так. Поделим его на другое. Как там тетейхи у нас любые, как я понимаю, то нам нужно делать условия только на... Ну так, у нас, так как мы говорим, что у нас альфа может варьироваться по тете альфа-бета, а гамма-дельта по хи, то нас интересует... То есть, нам... На самом деле, я бы сейчас вот это еще рассмотрел бы, условия. Вот. То есть вот это мы рассмотрели, я бы еще вот это рассмотрел, уже делал бы вывод. Давайте. Вот. Что нельзя было у нас пройти сопряженные через метод как союзной матрицы называется, метод союзной матрицы. Сейчас сопряженные через метод союзной матрицы. И что? То есть так тоже, наверное, можно... Так что было бы быстрее, мне кажется. Кстати, да, хорошая идея. Слушайте. Ну, Саша что говорит? Давайте сопряженные... А, так это, Саша, все равно мы бы мы получили эту же матрицу. Мы бы получили, да. Там да, был бы какой-нибудь 1 делить на альфа, и оно было бы похоже на альфа с палочкой. Так, ну давайте альфа-дельта напишем. Альфа-дельта это что такое? Е в степени и фи1 плюс пси1, давай сразу. Плюс пси1 на косинус тета, косинус хи. Косинус тета? Косинус хи. Косинус хи, так. Минус, да. А что, что-то как-то плохо. Давайте смотрите, все-таки давайте мою диктовочку, значит, смотрите. А минус первый, это у нас F. Значит, первый элемент это F. Хорошо. Так, ну давайте. Значит, А в минус первый, да. Это F. А что такое F? Ну вот, а что у вас там право вправо нижнем углу? Как это? Здесь? Да. Это дельта. Альфа, бета, дельта. Хорошо, дельта, да. Значит, дельта. Потом. Будет минус гамма. Минус бета. Минус бета. Минус гамма. Минус гамма. И альфа. Альфа. Так. И приравниваете ее к элементам к звездочкам. Да. Значит, это будет... Да, это хороший. Ладно, это гораздо правильнее просто. Так, а со звездочкой у нас будет альфа. А со звездочкой. Альфа. Дельта. А, вы не звездочку, да, пишете, вы сверху ставите сопряжение вот так. Альфа, дельта. Я не физик, понимаю. А, и мы теперь сопрягли, получили гамма... Нет. Вы просто перепишите, а звездочка, которая у нас есть справа. Вот, мы получили бета с... Гамма, да, я просто не видел, где. Да, бета. Вот. И так как они равны, да, все то гораздо. У нас получается... Что у нас, значит, наши лысы сходятся. У нас, ну, что... Тогда у нас получается, что дельта равно альфа стиль, альфа вот так, да? Да. А бета равно... То же самое спало, то есть минус... Нет, гамма равно. А, неважно, неважно. На самом деле, да. Значит, нет, ну я хочу через дельту, гамму и дельту... Хорошо, гамма равно минус b с палкой. Минус b с палкой. Ну и все, тогда мы имеем право, записать, что а крест... У нас есть. Да, она просто альфа. Альфа, бета, минус. Крест. Просто. А? Просто а, не крест. Просто а. Да. Альфа, бета, минус бета, бета, альфа. Все. Где это комплексные числа? Да. Ну, здесь мы сейчас получили то же самое, только через углы. То есть у нас было два параметра. Я чувствую обман. Почему? Вы сказали, что здесь у нас гамма равно минус бета, так? Да. А, нет, обмана нет. Ладно. Вот, получили искомую запись. Все ради нее. Ну, там тоже повозиться. Можно было и... И там более интересные вот моменты, можно заметить. Да. Несущественные для такой маленькой. Там бы мы получили, что фи1 равно пси1. Да. Фи2 равно пси2. А и хи равно от это как-то более-менее. Ну, вот, там дальше можно легкой заменой формулы перевестись в СО 1.1 и там... Да. Да. То есть это... Вот, ладно. Там есть выходы, нет, опираться сюда. Но... Не, но с точки зрения эффективности... Да, Саша подход гораздо более. Ну, что же мы такие, чтобы эффективно делать? Так вот, мы получили вот такую красивую форму. Вот здесь я дальше гораздо проще буду. Пусть альфа имеет вид а плюс иц.
Бета имеет вид B плюс ID. Ну, соответственно, перепишем. А, да. А, Б, С, Д – это в R. Ну, можешь комплексными или формально переписать, но зачем? Хорошо, переписываем. Получаем. Мое А имеет вид А плюс ИЦ, А минус ИЦ. Б плюс ИД минус минус. Б плюс ИД. Так? Да. Мне, наверное, тоже. Вот. Ну, хорошо. Дальше я начинаю мою матрицу разбивать на суммы матриц. Вначале я вижу здесь ашки, а больше нигде ашек нет. Я только делаю А умножить на матрицу 1, 1, 0, 0. Ну, компоненты отсюда, компоненты красивые переходы. Правда, вы такой не видите. Почему? Ну, вы не любите в базисах работать. А вы сейчас... Оно, к сожалению, Оно понятно, что другого способа нет. Нет, у меня есть другой способ. Ой, ну сейчас лучше. Но он вам абсолютно не понравится, и я боюсь, что я вам буду очень долго расписывать. Плюс... Так, да, у нас минус бета сопряженная, правильно записано? Бета сопряженная это да, минус бета. Да, плюс должен быть. Через Паули будешь? Да. Нет, не Паули, это чуть-чуть другой базис, по-моему. Нет, это Паули. Там это в чистом виде Паули. Сейчас увидим. Ну, это и поймали. Нет, еще нет. Теперь выделим Б. Паш, минус. Минус ИЦ. Дизон. Иначе плохо. Да, да. Ну, тогда теперь Паули. Выделим Б. Б. Хорошо. Б. Получаем ИЦ. ИД. ИД. Минус ИЦ. Я дурачок, да? А B здесь это 0 минус 1, 1, 0. Плюс остаток. Остаток из ид. Ид минус ид. Так? Я методично продолжу. Ну, если выносить только действительную часть, то это не совсем Паули, действительно. Если с комплексностью выносить, то это Паули. Я не буду выносить комплексные части. Да, тогда не совсем Паули. 1 минус 1, 0, 0. Ты же не выносишь, тогда минус и. Да, мне нужна минус и. Да. Нет, а вам нужен этот и внутри? Нет, я хочу, чтобы у меня не было символов мимо единицы, потому что я хочу сводить это к 4 действительным числам. А, все, я понял. Ну, в общем-то, такой базис нужен. А, вот. Плюс 0, 0. Ид. Ид. Да. Я не пролонгирую занятия, я просто пытаюсь вспомнить, что делать дальше, чтобы просто заняться на лице. Ноль. Ура! Теперь построим для этих матриц, обозначим их, я не знаю, каким будет. Это Е явно. Это я не знаю. Паш, можно вас подставить? Да. Где я ошибся? Чтобы пролонгировать занятия, вот эти четыре матрицы будут удовлетворять верхнему соотношению. Вот это мы, да? Да. Хорошо. Если вы будете их перемножать, то можно, а то и получится. Хорошо, хорошо. И Ж. То есть вы получаете структуру, которая изоморфна. Да, давайте я обозначим изоморфность. А, нет, я сделал просто большие буковки, а потом пропишу отдельно. Да. Ну, К большая, хорошо. Да, К большая, это не туда пошло. Да ладно. В смысле? Ну и большая. Можно и хвостик написать вот такой. Ну как у отрицания. Но когда возникает вопрос. Описание квотернионов. Описание квотернионов к имени базисов, у меня есть всего одна буква, которая позволяет решать эти проблемы.
Си-печатная. Она решает все проблемы с наименованием в любой литературе. Да. Вот, видите, Кси-0, Кси-0-Си-3. Действительно, я иду просто перепишу таблицу, я не буду, так сказать. Я сотру, да? Конечно. Подожди. Ну, ответьте тогда, пока переписывает. Продолжай. Да уже, да уже все. Уже что ты переписываешь? Там уже ничего. Уже конец, да. Псипечатная не все проблемы решает, потому что псипечатная это стат сумма большая. А я не читаю книжки по Тербену и статистики. Это стат. Уважаемый. Так сказать. А по-моему вообще незанятых букв нет. Это Павел Ильич выдумывает просто по подобные символы и выдает. Корона какая-нибудь. Насколько я знаю, уже вот есть латинский полностью за использованием. Греческий тоже полностью, готический тоже полностью. Но там еще всякие рукописных. Нет, есть еще грузинские. Есть пятигорные? Нет, кстати, если вы грузинскими буквами вам обозначается это дело. Нет, по-моему, вот я не помню, по-моему, еврейский алфавит тоже. Кажется, что, в общем, букв катастрофически не хватает. Я думаю, что это может быть существенным ограничением при развитии математики. Ну, не знаю. В Балтийском конкурсе выступал человек, который предлагал систему генерации искусственных алфавитов. Ну, кстати, мне кажется, у китайцев и японцев нет. Там на самом деле просто буквы, ну то есть точнее иероглифы генерируют, примерно как Павел Андреевич. Хочешь, рисуешь корону, видишь за букву. Вот. Очень удобно, потому что. Это. На прошлой неделе. Какая оптимизация? Сначала я уголки нарисовал, затем. Да. Теперь время расставить. Две или три недели назад, когда я доказывал. Значит, мы про антисимметричные формы. А как хорошо-то минус сочетается с кси. Да, вы писали неделю назад про симметричные формы, я пока продолжил. Да, антисимметричные формы я списал 4 доски почерком гораздо меньше, более плотным, чем здесь, и все. Я как бы отсюда следует, на что мне остатил из студентов, или лучше, если он сказал, Александр Ильич, вот из всех этих записей, по-моему, может следовать все, что угодно. Вот, то есть там плотно и как бы некоторые буквы имели смысл. Так, и ножи минус 2. Саша, вам точно это надо было? Почему бы не сослаться вот на то? Я дальше буду писать соответствие. Очевидно, что да, для домашнего упражнения предполагается вот, что вы можете перемножить и убедиться. Сейчас сделаю, что-то... Как удобно перекладывать ответственность на слушателя, да? Да! Нет, но... Мне чуть не выходит. Что? Давайте разберем. Да какой каждый докажет. Да, давай. Матрицу 2 на 2 перемножать, да? Давайте не будем. Но если ты готов понять, что у нас где-то ошибка закралась? Злостно. Нет, Саша, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Но я пока... Мне получается, что G на K это минусы. Вот, они и... Просто давай фрагменты проверяется. Жи на К. Ну то есть Кси 2 на Кси 3 это у меня минус Кси 1. У меня получается. Возможно где-то Кси 2, Кси 3. Согласен. Вот, и это мне не очень нравится. А, без проблем. Минус видишь. Сейчас. Опа! Хрустальный лопаток. Опа! Ага. Началась магия, да? Так сказать... Ну, минус B, минус B. Не почему. Сейчас сойдется. Да. Ага. Методом подвода. Опа! Да. Все. И тогда все должно работать. Да. А, это не очевидно, буду смотреть. Нет, ну понятно, здесь точностью до знака вопрос. Нет, просто обычно используется минус 10. Вот, обычно такая форма складывается.
Вот, поэтому там все работает несущественно. Вот. Теперь эта таблица похожа на вести. Проверка внимательности считателя. Так, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 1. Да нет, вроде все хорошо. А теперь все один на ксельвар имеется. А, все нормально. Все. Не, ну все один-то вообще. А, все один на ксельвар. Не, все нормально теперь, да. Там оба с минусами тогда получается, и все хорошо. Все, тогда я согласен. Угу. Да. Вот. Мы сделали прямое соответствие элемента из SO2, который мы записали в виде столбца ABCD. Да. И кватернионы. Вопрос, какие свойства коэффициента ABCD? Мы их еще не знаем. Но они, кроме того, что вещественны, кажется, что мы... Напомню. Определитель равен нулю, да? На определитель равен единице. Это что означает? Давайте посчитаем определитель таких вот систем. Ну, квадрат плюс бета квадрат. Да, это значит, что у нас альфа по модулю в квадрате плюс бета по модулю в квадрате равно одному. Модуль комплексного числа, я напомню, это корень квадратный из а квадрат плюс c квадрат в квадрате. Плюс... Ну, вот так уже растягивать по шпарам. Не надо, да. Мой путь комплексно выглядит. Я достаточно быстро отключал. Проявляйте неуважение к аудитории. Лектора на вывод. Хоть не на вот это. Получили, что АБЦД в сумме квадратов это единичка. Потому что. Ну, потому что у вас из определителя. Причем это, вот пока оно записано в таком формате. Оно, возможно, верно вообще для произвольных унитарных масс, только для специальных унитарных. И... Да... Да... Нет... Смотрите забавный вывод. Ну, мы когда считали определитель унитарной матрицы, у нас было выражение альфа, альфа с волной плюс бета, бета с волной, так? Да. Напомню, мы это получили не прибегая к определителю. Да. Мы это получили... Мы прибегли к определителю, когда считали союзную матрицу. Или нет? Нет, мы просто решили, что определитель единица и все. Это не рабочий вывод. Забыли все. Почему? Я хотел сказать, что определитель бывает либо один, либо минус один, и больше никакой. Но сейчас вы это доказали для U2. Любая унитарная. В смысле, S это. Для утверждения унитарных матриц не бывает определителя отличного от 1 и минус 1. Это нужно уже спектрально через спряженные операторы и вот это вот все доказывать. Чего вдруг-то? Мы когда находили обратную матрицу через союзную, мы делаем или там модуль определителя. Не, Паш. Там модуль определителя мы делим в союзный. Или на сам определитель. По-моему, на сам определитель. Мы говорим, что это. Модуль определителя равен единице там. И у вас определитель получается плюс-минус один. Но здесь я не вижу проблемы, потому что группа унитарных матриц, не специальных унитарных, а просто не special unitary, да, а unitary, то она, вот у них элементы, вы сейчас только что показали. Вы здесь не использовали. Нет, утверждение. Метод Саши использовал нахождение обратной матрицы союзным. Да. Там что делаем? Там мы ищем, собственно, саму союзную, да. А потом делим на детерминант. Делим на определитель, да. Вопрос, мы делим на модуль определитель или на сам определитель? Ну, формально мы делим на сам определитель. Конечно. Вот, если там был минус один, то мы знак потеряли, и у нас тогда ничего не сложилось. Но с учетом сейчас. А, нет, все, хорошо. Я все равно проблем не вижу. Смотрите, Саш, ты когда считал обратную матрицу? Ты ее считал? Да, он считал. Ты делил на детерминант, да. Какой? Да, на самом деле детерминант, без минуса. На один? Сейчас, да, на один. Что будет, если поделить на минус один? Мы получим везде минусы. У нас разница будет несущественная с точки зрения поиска. Да, все, хорошо. Смотрите, у нас возможно. Нет, у нас возможно много вариантов матрицы. Там же. Да нет, естественно, в каком смысле много вариантов? Смотрите, что если определитель был равен и?
Да, вот тогда начинается веселый вариант. Но мы уже сказали с самого начала, что мы ввели то правило, что... Да, да, хорошо, игнорируем. Мы просто живем в мире, где определительно строго равные единицы. Да, и мы на самом деле моим способом, который мы выводили, это ваш способом, мы смогли получить то, что определительно было 1 минус 1. Мы получили бы что-то через фи и что-то через тэп. Да. Показали бы, что они... Да, в смысле утверждения. У унитарных матриц определительно либо 1, либо минус 1, и больше никаких. Это не очевидное утверждение, которое нужно доказывать. Вот здесь страшное. На самом деле нет. Нет? Конечно нет. Вы можете и получить? Да. Нет, я не могу получить. Я могу получить, доказать, что если матрица унитарная, то у нее определитель плюс 1 для минус 1. Вот. Покажите. Как? Модуль определителя плюс 1 для минус 1. Модуль минус 1 не может быть. Смотри, модуль 1 еще на самом начале доказал. Модуль определителя единица. Вот это я могу доказать. Это почти бесплатно. Это сразу же доказывается. Да, это а вот то, что он либо 1, либо минус 1, так это никто не сказал, да. Там нужна спектральная теорема, либо что-то... Сейчас. А в чем проблема-то? Пусть модуль... В смысле, вопрос. Правда ли, что унитарные... Какие могут быть определители у унитарной матрицы? То есть... Вы хотите узнать, следует ли из того, что ее детерминант равен... Модуль детерминанта равен единице, что хотя бы... Каких-нибудь минус единицы бывает? Нет, да, нет, минус единицу легко получать, легко строить, и все ок. Окей, а в чем проблема такая? Не понимаю, что это вообще. А произведение определителей? Произведение определителей? И что? У меня есть матрица А. Да, значит, надо знать, как между собой связаны определители матрицы А и А со следующей. Ну как, один делит на А. Да, тогда все. У вас модуль получается. Значит, тогда... Это модуль дает. Так правильно, для U, просто для матриц U, да. В смысле U2, определитель по модулю равен единице. Смотрите, мы нашли, по модулю, у меня есть А и А со звездочкой, так? Да. У А со звездочкой определитель... Дет А со звездочкой, дет со звездочкой, да. Это первое. Второе. А почему первый верный? Я не понял. Почему? Потому что распланирование... Извините. Вот, это да, согласен. Да. Вот. Ну так, а теперь перенесите, у вас получается дет... В модуль дет... Получается дет А. По модулю равен единица. Да. Это бесплатно. Это бесплатно. Да, что дальше? Теперь вот, вы должны постулировать, что вы хотите рассматривать группу матриц, в которой... Как? Нет, смотрите, как я попадаю в СУ2, я знаю, я постулировал, я так и сказал. Да, да. А как вывести, что бывает только еще минус 1, больше не число? А вам это очень надо? Ну, просто интересно. Да. Ну, тут я сказал, что это не важно, если честно, я уже много рассказал, но... Ладно. Ну, вообще говоря... Понимаете, то, что Саша, когда использовал сейчас союзную матрицу, он говорил, что не модуль, детерминант. Да, а что сам детерминант? Да, то есть метод Саши автоматически клал нас в СУ2. Да. Это несущественно. Да. Вот. И как бы и ладно, и пофиг, это просто вопрос подумать потом. Вот. Ну и короче, чувак. А ну все, у нас построились по терминалу. Сейчас. Одну минуту. Я вам сейчас приведу матрицу, у которой будет являться унитарной, и у которой определитель не равен ни плюс единицы, ни минус. Давайте. Я только за, и я готов попасться в свои научные заблуждения религиозные. Ага. Все. Там минус на есть, блядь. Да. Да, ее обратно это Е минус и Фи, Е минус и Пси. 0, 1, 0, 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
Да. Хорошо. Поэтому у нее определить, может быть, ранее чем угодно. Согласен. Но по модулю это что угодно должно быть единицей. А, я вспомнил. Или минус единицей, но вам это не понравилось. Ладно, ладно. Тогда забыли все. Вообще? Да, вернулись сюда. Неплохо. У нас буковки А, Б, С, Д и ксишечки. Они согласовались. Да. Причем согласовались. Да, причем, смотрите, мы не умеем произвольный квотернион кидать в СУ-2. Но в пространстве квотернионов есть нормированные квотернионы, их никто не обозначал. Поэтому я обозначу.
Нормированные — это то же самое, что вот те, которые мы там написали, модуль куб равный единице. Да, но их множество никто не писал до этого. Ну ладно. Я это сферой называл просто. У меня S4 и S3 есть. Хорошо, а изоморфно на сфере S3 меня... Да, ну тогда все понятно более-менее. Вот. И таким образом мы умеем элементы, некоторое пространство по умножению, пихать вот сюда. Да. Сохраняя структуру. То есть у нас есть nk раз в 2. А дальше возникает проблема. В SO3 мы умеем пихать не nk. В SO3 мы умеем пихать только чистые. У нас в книге, к сожалению, придумали обозначение 0 плюс ПЕ. Ну, что, сейчас я подпотру. Я сейчас дальше, наверное... Да, дальше у меня перепадет слово, когда я напишу время. 17.40. Мы сколько... То есть у нас пара сколько уже идет? Уже час 20. Час 20, да? Ага. Ну, я сейчас тогда домашнее задание задам. Какие домашки? Ну, у тебя-то домашка может быть, а у меня сессия еще. Хорошо, ты настроился. На вечернюю посидел. А НК... Паш, а мы можем говорить про изоморфность с учетом того, что НК это же вообще-то натуральные числа? Это подпространство, это подпространство. Это подпространство, потому что... Так, НК это у нас множество таких, что сумма квадратов координат... О, извините, это не подпространство, это подгруппа. Группа котернионов. Подгруппа мультипликативная. Да. Да. Это с пространством я бы тут не ставил. Никакие пространства, забыли про пространство. Да, да, да. Это просто способ обозначить элементы. Это не... То есть там у вас прямое произведение групп. Да, я все, я выкинул на модули, мне больше модули не нужны. Модуль заклеить. Кстати, пешку без двойной палочки. А? Пешку без двойной палочки. А еще давайте вы с прямой суммы же напишите, что это групповая операция. Же напишите, что это прямая сумма групп, а не линейных пространств. И не алгебра, уж тем более. Это? Ну, это линейное пространство формально. Как множество объектов, я могу и через линейное пространство записывать. Нет, я про то, что НК, мы тогда с вами договорились, что это не... Это мультипликативная группа. Я буду писать, что это по групповой. Ок. Групповой замок. Да. Угу. Вот. S3. И, собственно... Проблема в том, что вот здесь нифига нет. Ну, формально, фактически есть, а формально нет. В смысле, чего нет? Чего? Я не умею этот элемент оценивать. Они у меня в разных подгруппах лежат. Но при этом я их спокойно перемножаю в рамках вот этой группы. Так я зато могу S2 с S3 свести вам. Сводите. Да, сейчас, минуту. Ну что, здесь все поняли? Ну, то есть, мы... Так, я пока выводов не понял, что... Смотри, концепция. Чему все вообще? Да. Мы взяли квотернионы, из них взяли подгруппу по умножению. Ага. Эту подгруппу по умножению построили изоморфизм группы унитарной, специальной, и квотернионной подгруппы, нормированных квотернионов. Дальше, до этого, на прошлом занятии, мы построили изоморфизм между группой вращений и элементами нолик плюс прямой ПЕ тоже по умножению. Никакого речи о сложении здесь нет. Да? Отлично. Еще у нас была формально. Давайте я буду называть группа умножения. Формально у нас был групповой изоморфизм по сложению с R3. И, наверное, это все, что у нас есть. Текущий. У меас вопрос такой. Да. Почему предмет называется алгоритм в математике? Да. А почему теория чисел? Почему? Да. Нет, он вообще называется Сашин Уфинь. О, сейчас он уже называется гораздо интереснее. Анализ данных информационный поиск. Да. Чувствуешь инфопоиск? Да. Инфопоиск. Вот, ищите. Пытаемся найти смысл. Да, в символах. Вот. Вот. Ладно, давайте я тогда картинка. И чип символа. Значит, я бы хотел коротко вам
обсудить с вами отображение все-таки вот отсюда сюда. Отсюда куда? Вот, отсюда вот сюда. Куда? Вот так. Вот. Ну и, соответственно, здесь немножко замкнуть вот эту часть, связанную с квотернионными матрицами вращения трехмерного пространства и матрицами, унитарными операторами, унитарными матрицами комплексными. Вот, сейчас минуточку, тут просто в связи с тем, что я не буду, я пропущу значительную часть выводов, чтобы не быть выкладок. Выводы. Давайте так скажем, я пропущу существенную часть всего. Вот, но оставлю вам на это на проверку. Домашнее задание. Домашнее задание, да. Мое. Прекрасно. Значит, идея в следующем. Я сейчас просто напишу. Значит, смотрите. Дальше идея, опять же, простая. И, то есть она простая, но геометрическая. Да, то есть сложная. Смотрите, у нас любое вращение трехмерного пространства можно рассматривать как переход произвольной точки сферы в другую произвольную точку. Ибо сфера при вращениях пространства соответствующих, она просто в себя переходит. Соответственно, я рассмотрю, что сделано. Я попытаюсь описать поворот следующим образом. Да, если что, я, кажется, эту вам литературу скидывал, у вас она есть. Это гельфанд в представлении группы. Да, представление группы. Вот. Значит, и вот я возьму сферу. Я возьму сферу, значит, вот у меня есть там x, наверное, нет, x, y, z, да? Вот, эта сферка у меня, которая будет олицетворять все вращения, которые, ну, которые у меня, да, есть. Так, это правая тройка. Да, да. Это правая тройка, да. Значит, ну и дальше у меня просто элементарная... буду проектирование устраивать сферы на плоскости. Вот. Значит, я вас не буду утруждать. Я вот эту плоскость, буду считать комплексом. То есть вот этот кусок у меня комплексный. Ну, нормально. Вот. Причем и тогда, собственно, как у меня будет куда и как у меня точки будут переходить на этой плоскости. Значит, результат будет такой. Я вам сейчас просто напишу. Значит, что-то такое на это не строит. Значит, смотрите, значит, вот здесь у меня, значит, если у меня, да, замечу, мы все точки у нас лежали на сфере, да? А и, соответственно, здесь, наверное, лучше считать, что это кси, это все-таки ксишка, а это. Но сейчас объясню. Значит, вот здесь как бы у меня есть x, y, z. Вот, наверное, так правильно. Но в смысле, у меня есть сфера, которая центрирована... У тебя есть координаты. У сферы есть координаты трехмерные, и я эти координаты трехмерные превращаю в координаты на комплексной плоскости. Я всегда это могу сделать, потому что, ну, как бы... Ну, там, понятно, топологически будет некая проблема возникать, но, вообще говоря, ну, это... Топологии не существует. Пусть так будет. Вот. Значит, я просто эти формулы напишу. Кажется, что ну, я для случая окружности это точно делал, это вроде работает. Вот, значит, ксишка у меня будет выглядеть так. Нет, я не буду брать. Значит, ксишка будет выглядеть так. Можно назвать. Значит, будет x на 1/2 минус z. Человек-комиссия. Вот так. Это. У меня будет выглядеть координата, будет выглядеть так. Это y на 1/2 минус z. Да. Не верю я вам. Вот. А вот Павел Андреевич сейчас раз и проверит. Вот. Ну и тогда, соответственно, я введу комплексное число z, которое будет у меня отвечать элементом. Да. Xi это будет ита z. Си плюс ита z. Си плюс ита z. И хорошо, теперь вопрос. Значит, у меня есть это конформное отображение. Конформное. Рациональное. Значит, это как которое переводит любую точку сюда, но определенным образом, да. Переводит точку туда, в точку
комфортную зону. Значит, ну, альтернативный вариант для Zeta, да, с учетом того, что у меня все X, какие Zeta находятся на сфере, еще альтернативная для нее форма записи, она просто следует из того, что X квадрат плюс Y квадрат плюс там, и это 1 четверть плюс Z квадрат, вот, то мы здесь Zeta можем получить просто, я думаю, что 1 вторая плюс Z, разделить на x минус y. Вот, это одно и то же. Одно и то же. Вот. Ну и, соответственно, дальше я смотрю. Значит, мне нужно, кажется, в прошлый раз Саша рассказывал, что любое вращение в пространстве можно выполнить при помощи двух вращений. Значит, мы берем ось, мы поворачиваем вдоль оси z, а потом, значит, выходим на, значит, как у нас это было? У нас исходная система. Да, есть ось узлов. Да. Значит, мы что делали? Мы поворачивали сначала вдоль Z, потом вдоль оси узлов, да? И потом докручивали по Z уже по новой, которая приехали. Известно, ну, известно, что это можно всегда сделать. Очевидно, что найти доказательства этой штуки невозможно. Нет, есть, это... Я вас сколько раз спросил? Гельфанд. Вот, я только по нему рассказываю. Гельфанд, Глеб не нашел, ладно, не важно. Вот. Значит, поэтому нам сейчас нужно уметь, на самом деле, вращать вокруг оси X и вокруг оси Z. Вокруг оси Z в комплексной плоскости... Здесь все очень тривиально. Поворот вокруг оси Z выглядит так. Значит, вот если Z штрих это повернутая на некоторый угол, на угол тета, на некоторый угол, вот угол тета исходная Z, Z, то это будет просто E в степени и пи и там тета. Да? Да. Все. Без проблем. Вот. Если мы. Это вокруг Z. Вокруг Z. Если, ну а теперь мне для полного счастья нужно уметь еще крутить вокруг оси X. Значит, вокруг оси X мы крутим так. Я вот этот вывод чуть-чуть посложнее, но я надеюсь, что да, вы меня не заставите его делать, да. Оно делается так. Значит, это будет Z на косинус хи пополам плюс и синус хи пополам. Умножить. Нет, именно вот так. Разделить на и z синус t пополам. Хи пополам, конечно. Плюс косинус хи пополам. Вот такое преобразование. Вот. Ну а дальше все. Дальше композиция. Значит, дальше мы что говорим? Ну, давайте у нас получается, что. Любое преобразование, которое происходит с этой, оно определяется матрицами, определяется выражениями. То есть у меня преобразование описывается отображение, говорю. Так, да? Два штриха это еще раз. Это поворот на вдоль оси. Вдоль X. Ага. Ну, выглядит 8, за 3. Вокруг X. Вот. Ну и соответственно. Любая композиция этих преобразований, она приводит меня к выражению вида, что вот то, что крутит, давайте назовем А, или там Д можно, оно имеет вид. Значит, А на Z плюс B делить на C на Z плюс D. Это А? Жукова, как его? Жуковского. Жуковского, да. Жукова. Преобразование Жука. Вот. И, ну а дальше я просто это все заменяю на матрицы. Да, то есть я рассматриваю матрицы вида А, Б, С, Д. Вот. А они каким-то чудом оказываются унитарными? Они чудом оказываются унитарными в силу просто свойств коэффициентов. Ну, вот. Чудо все. Сейчас, извините, пожалуйста. Вот, мы сейчас закончим. Буквально 2 минуты, почему-то. Не настоящий, обыкновенный.
потенциальное чудо. Филициальное чудо, как тут все идет. Ну, в общем, филициальный геометрия. Единицером. Да, аксиром. Ну, чего? Ну-то чтобы круги в круги переходили. Господи. Маша, не ждать, когда я это проломаю. Холодно, да? Нет, там солнца просто уже нет. И вроде душу вот это тоже прекратилось. Сейчас я вам прекращу, подожди. Не закрывай дверь. Я человек, который прекратил. Включи твой дядя. Он просто вышел. Ну, он отражается в зеркале. Еще 10 минут, мне сейчас закончится пара. Саша Шилов возвращается. Ну, она такая вопросила, как чего? Нет, запись-то да, но просто... Гирфан дочитай. Вот. И, значит... Ладно, я могу скинуть свою статью. Ну, а, собственно, дальше преобразование, которое... Ну, эта матрица, она, по сути... Как она получается-то? Да я просто этой матрицей буду описывать вот это преобразование. То есть, эта матрица осуществляет у меня преобразование в плоскость, которая сводится вот к этому. А где там 1, 2, 2, 1? А, 2, 1, 1, 2, вот он. Вот он. То есть, при повороте вокруг оси на хи, да? У нас есть вот этот вот. Ну, таким образом получается, что пространство НК изоморфно ПЕ? А, не совсем, потому что у нас, понимаете, здесь происходит двойное накрытие. У нас единица требует. Да. Понял. То есть у нас группа СУ2, группа вращений, да, еще хочу одну вещь вам рассказать, я прошу прощения. Но мне кажется, это важно. Это самая полезная часть, наверное. Значит, смотрите. Вообще говоря, вот понятно ли, что я сейчас сказал? Вот группа вращений, она топологически, она гомеоморфна шару, у которого противоположные точки отождествлены. Вот я не понимаю, точечные вращения, как вращения кодируют точками, это мне тоже... Но у вас, вы просто говорите, давайте сделаем так. Давайте каждое вращение кодировать следующим образом. Значит, точку, у вас есть нулевой вектор, он показывает, вокруг какой оси он происходит вращение. Да. И есть еще его модуль, который кодирует, на какой угол он вращается. Так, а нулевой вектор, да... Каноль это не нулевой, а единичный вектор. Ага, ну, вращается. Единичный вектор. Вот. Понятно, что k у нас не превосходит фи. Угу. По модулю не превосходит пи. Да? Но иначе у нас. Иначе вы не можете сказать, сколько там чего, да? То есть я для значимости должен пи. Да, меньше равно. Вот. Соответственно, тогда у вас, смотрите, у вас получается такой ежик, который из одной точки торчит ежик. Угу. Да? Во все стороны смотрит. И все векторы, они имеют длину от 0 до π. То есть у меня возникает сфера, не сфера, а шар, каждая точка которого соответствует некому вращению. Чем дальше я от центра нахожусь, тем на больший угол соответствует вращение. Согласны? Там, в общем, модулем кодируется. Да. Вот, то есть каждая точка, я выбрал вектор, у меня длина это по углу поворота, а направление это вот прям направление. А, то есть там направление кодирует ось, в которой мы вращаем. Да. Понятно. А я вот всем набрал. И получается, что. Сейчас. Значит, получается, что вот эта точка и вот эта точка, она не. Они отождествлены. Ну да, чтобы удалять одну и ту же. Но и. Здесь проблема есть. Вот это вот, это многообразие, оно связано, то есть я могу прочертить любую кривульную здесь, и все будет хорошо. Вот, но оно не одно связано. У него нетривиальные гомотопические... Чего? Фундаментальная группа. Нет, реальная. Вот. Чего? Z?
Ну, плоскость точки. Ну, за какой-то. Да, за это, да. Вот. Плоскость дырки. И, соответственно, что дальше есть? То есть у него многообразие не односвязано. Есть теорема, которая говорит о том, что у каждого многообразия есть, для каждого из них можно построить одокрывающее его многообразие, которое будет уже односвязанным. Вот. И односвязанным многообразием, то есть поднятием еще говорят, да, или универсальным накрывающим многообразием для группы вращений является как раз SU2. Группа SU2 односвязана. Мы просто берем, ну это знаете как, с листой, ну это плохая аналогия, наверное, это как с легендой Мёбиуса. Вы вот пройдя два круга, вы придете туда же. Пройдя круг, вы туда не придете. Вот, поэтому вы как бы, у вас дважды покрыв группу вращений, вот, SU3, то есть тем самым получается SU2, потому что вы угол удвоили. Yeah. Вы получаете односвязанную группу. То есть вот эта группа, вот эта SU2, группа матрицы SU2, она односвязана. То есть ее многообразие, оно односвязано. Вот. Соответственно, есть какой-то красивый способ, совсем короткий, я посмотрю, обещаю посмотреть до следующего раза, красивый способ, доказательство того, что там есть двойное накрытие, но оно там все равно с углами связано, то есть это вот, все равно где-то вот такой момент традиции, да, вот эта штука, где-то вот. Но вот факт в том, что SU2, оно, это накрытие для SU3. И вот в этом смысле здесь что получается? Вот, давайте я просто примеры накрытия покажу еще, вот еще чуть-чуть осталось, и все. Вот смотрите, возьмем окружность, давайте построим для нее накрытие. То есть, грубо говоря, окружность, понятно, она топологическая, но у нее фундаментальная группа нетривиальная. Согласны? Как строить накрытие? Ну, я могу взять отображение E в степени ИТ. А, сейчас, секундочку, а фундаментальная группа это у нас что такое? Фундаментальная группа это как раз гомотопический класс. Ага. Вот. То есть группа гомотопических классов это фундаментальная группа. И, значит, понятно, что у меня есть только два многообразия, которые имеют размерность 1. Это топологические, да. Окружность и прямая. Значит, я могу взять и попытаться просто вот я возьму эту прямую и начну ее накручивать на окружности. Ну, это вот как доказываю. Да. Как эйлеровский экспонент. Да. То есть я вот начинаю на нее накручивать и вот туда тоже накручивать, начну бесконечно в обе стороны. Вот если я где-нибудь закроюсь, в смысле остановлюсь, то у меня тут же получится, это не будет накрытием, потому что найдутся точки, ну, в общем, там с топологиями связано, в общем, вот эта точка, она будет иметь плохую окрестность по отношению к окружности моей, и поэтому сломается. Поэтому у меня вот здесь будет накрытие для окружности, будет вот такая функция. А, будет, собственно, отображение наматывания есть. Да, наматывание есть. Так вот, соответственно, вот столько, сколько я слоев прохожу, в накрытии, чтобы... сколько у меня слоев в накрытии соответствует одной точке, вот эта штука называется кратностью накрытия, по-моему. Так вот, у группы SU3 кратность накрытия 2. Да? То есть это просто... мы дважды его накрыли вот тут. Здесь будет бесконечно. Здесь количество... То есть вот этот индекс, да? Ну, у нас это бесконечно тонкая нитка. Да. Нет, это понятно. Но о том, что как бы вот здесь такая интересность. Поэтому здесь вот эти штуки, если вот эта штука изоморфна, это изоморфна, то на самом деле для этой группы просто есть накрывающая универсальная группа. Я все набрал. Что? У нас в SO3 отображается такие NK. В SO3 отображается НК. И там все хорошо. А, тогда все. Ну, это как видимо, там интересно. Нет, если я умею для любого НК. Для любого НК. Я умею находить оператор из SO3. Вращение. Который любую точку поворачивает на угол
Фи. Пополам. Но только единственное, что вопрос... На эту сторону работает, потому что я не умею поворачивать на большие углы, да. Вот. Нет, но здесь мы на большие углы никак не прицеливаем. Да, но, в смысле, у нас нет оператора, который поворачивает на... А, тогда все хорошо. Да. Там, тогда вопрос, у нас здесь изоморфизм, почему здесь нет? Я сомневаюсь, что там изоморфизм. А как тогда? Но у вас вот это же пси-яки пополам выглядит, там и все, и привет. И что если не так? Двойной будет. То есть вот здесь у нас... То есть там тут инъекция, да? У нас, скорее всего, да. Значит, и здесь будет инъекция. Да. Ну что дальше? Значит, непосредственно строим. Ну, вроде того. Вот. Ну, я думаю, что на этом экотренерах можно остановиться, потому что мы посмотрели их приложения. Вот, в следующий раз Илью будем слушать по топологическим телам. И, наверное, я думаю, что мы в следующий раз обсудим топологические тела. Тела чем-то интересны, тем, что у нас, топология на множестве задается. Если это множество имеет алгебраическую структуру, то топология разные штуки интересные получаются. Или нет. Например, группа лит. В группе Ли есть замечательное свойство, оно просто классно, которое вот просто сделает ее чем-то очень шикарным. Группа Ли — это просто топологическая группа, непрерывная. И вот можно доказать там, что вот у нас есть единица группы, и это элемент некоторого многообразия. То есть, так вот, любой ее окрестностью порождается вся группа. То есть, зная топологию любой окрестности единицы, Я могу доказать эту теорию. Зная окрестность единицы, любую, но не единицу саму, а вот любую, вот чуть-чуть отойдите в разные стороны. Проколотую, что ли, окрестность? Ну да, любую проколотую окрестность единицы, она восстановит вам всю группу. Чем бы она ни являлась. И вот это на самом деле этот ответ на вопрос, почему у нас группы алгебры Ли генерят группы Ли. То есть вы берете и начинаете идти всякими, геодезически строить, и эти геодезические они покроют вам все. Ну, просто там получается образующих-то нечетное сразу количество. Нет, образующих нечетное, но они образуют линейное пространство. А, окей. И все. И там на базисных вы строите левый или правый вариантные методные поля. Алгебры Ли не интересны, они все же конечно верные. Извините. И меня, и Софуса Ли. Да. Но мы умеем только так. Свободные модули, это, так сказать, вальгашные. И банкрот, знаю, может быть это. Но это, наверное, какие-нибудь аспекты уже категории пошли, да? Да, вот вместо категории там есть такие штуки, но с более слабыми следствиями, с более сильными реквизитами, которые вот дают. Ну, я предлагаю сейчас остановиться, можно пообщаться, да, отдохнуть. Отдохнуть. Саша, вас уже выключен? Нет. Все, сейчас я буду звать всех. У нас, хотел сказать, что у нас суши, к сожалению, закончились. Прощаюсь еще, ребят. И колбаса.